Ребята, всем привет! Сегодня 4 мая, до сих пор какое-то у меня праздничное настроение. Знаете, как интересно получается праздники, вот эти вот праздничные дни. 29 числа мы отмечали день рождения у Никиты. 30-го день рождения у меня. 1-го день рождения у моей подружки с коллектива у Леры. А 2-го я не знаю, у кого день рождения, но по-любому у кого-то есть день рождения. Я просто не беру это в расчет и просто забыла. 3-й день рождения у Кирилла. И 4-го еще у Кирилла день рождения. Короче, 4 дня подряд у кого-то дни рождения. Вот эти вот майские праздники, они полностью забиты. Это какой-то ужас, это просто кошмар. Каждый день какой-то праздник. С одной стороны прикольно, но с другой стороны даже как-то... странно очень. В этом влоге как бы до сих пор какое-то есть праздничное настроение. Я вам буду продолжать показывать подарочки какие-то, что я докупила, там, что у меня появилось новое. И первое, с чего мы начнем, это с нужного подарка. Я приобрела себе новую зубную щетку, поэтому смотрите, как я делаю обзор. Я решила сделать себе подарок на день рождения и заказала нужную вещь. Это зубная щетка, супер навороченная, и посмотрите, какая красивая коробочка. Сейчас мы с вами ее распакуем, посмотрим поближе. Кстати говоря, все ссылочки я оставлю в описании, поэтому если вас заинтересует, переходите и смотрите. Уникальный алгоритм энергосбережения рассчитан на 180 дней использования и требует всего 6 часов подзарядки для повышения энергопотребления. Боже мой, посмотрите, какая красота. В комплекте идет вот такой буклетик. Дальше находится сама штучка, на которой будет висеть эта зубная щетка. Сейчас мы будем с вами разбираться, читать вообще, что это такое. Смотрите. Видимо, эта штука очищает от бактерий зубную щетку. Здесь у нас находятся, скорее всего, насадки. Сами вот эти щетки. Да, я угадала. Раз. Две насадки. Также здесь есть вот такой вот ободочек. И на что клеить саму вот эту штучку. Instruction. Зарядка. И сама зубная щетка. Посмотрите, сколько здесь разных режимов. И милая кнопочка включения. Универсальный доступный порт для зарядки USB-C, полностью водонепроницаемая, что облегчает очистку, и ее можно использовать во время принятия душа. Вода больше не является врагом. Благодаря сильной вибрации со скоростью 38-400 оборотов в минуту, активный ингредиент зубной пасты попадает в каждый уголок рта. Зубная щетка помещается в контейнер для дезинфекции и вешается на липучку, которая держится очень прочно и отлично. Устройство производит меньше шума, чем другие электрические зубные щетки. Научно доказано, что расстояние D3 в 7 мм является наиболее оптимальным для проведения санитарной обработки. Когда зубная щетка установлена на место и крышка закрыта, режим дезинфекции запускается автоматически, без каких-либо дополнительных действий по его активации. Ребят, я уже повесила зубную щетку, уже испробовала ее и хочу сказать, что, во-первых, это очень-очень красиво выглядит. Мне кажется, все будут приходить и обращать внимание на эту штучку, на эту зубную щетку. А во-вторых, она безумно круто очищает зубы. И я действительно вам советую зубную щетку, поэтому ссылочку оставила в описании. Обязательно заказывайте, пробуйте и наслаждайтесь этой красотой. Сегодня утром я уже успела умыться, накраситься, сделать все такие дела. Вот, кстати говоря, в новых украшениях, в новом браслетике, в новом ожерелье. Я уже третий день хожу, не снимаю. Мне прям очень нравится, как это выглядит вместе. Вообще, в общем, реально, мне очень нравится. Тот крест, который у меня был, я его сняла, сейчас положила пока что на полочку, потому что как будто бы так мне сейчас больше нравится. Потому что с крестом, я не знала, сколько, 3 года подряд, наверное, я ходила и вообще не снимала.
Уже успела накраситься. По планам у меня сегодня тренировка. Я жду Настю, когда она мне позвонит, напишет, скажет, выходи, я выйду. Мы с ней встретимся, погуляем по аллейке, дойдем до Ильи, захватим Илью и уже пойдем на саму тренировочку. Сегодня идем именно в зал. Мне же родители Ильи подарили карточку в Литуаль. И я на следующий день пошла ее полностью опустошила, в общем, потратила. Не знаю, в Литуале, который находился в нашем торговом центре, было очень мало всего. Там вообще были стеллажи немножечко опустошены, типа реально пустые, там что-то все поубирали. Поэтому я купила немного в самом магазине и еще столько же заказала именно через сайт. Вот, через сайт мне должно прийти только 7 мая, поэтому я еще жду, потом уже в следующих влогах вам покажу. Вот, но я там заказала всякие нужные штучки, все, что мне позаканчивалось из косметики. Вот, а в этом влоге покажу, что я уж купила, как бы, 1 мая. Итак, во-первых, это мицеллярка, потому что моя мицеллярка Thick & Skin, она практически закончилась. Ну как, ну короче, там уже мало, а она у меня достаточно быстро, оказывается, расходуется. Вот, поэтому взяла от Dolce Milk. Ни разу не пробовала эту мицеллярку, она была по скидке. Вот, и я решила попробовать взять. В целом, думаю, мицеллярка и в Африке мицеллярка. Думаю, все должно быть хорошо. Взяла тоже попробовать кремушек от Dolce Milk. Никогда раньше не пробовала. Уже какой, наверное, третий день мажу лицо утром. И в целом мне нравится, потому что мне надоели вот эти крема. Вот этот крем мне уже вообще не нравится. Сывороткой я уже давно не пользуюсь. Короче, мне надоело все от этого бренда. И я решила перейти на что-то другое. Вот решила попробовать купить вот этот. Просто чисто случайно, потому что мне понравилась коробочка. Вот, а мицеллярка тоже мне попалась под руку. И очень себе давно хотела помадку. Именно вот эту вот. И я наконец-таки ее купила себе. Долго не могла решиться с оттенком, но по итогу взяла прям, можно сказать, наобум, потому что решила, что не хочу думать, взяла первую попавшуюся в 906 оттенке. Вот, оказалась очень-очень миленькой, мне очень нравится текстура. Она прям супер-супер легкая и очень вкусно пахнет. Сейчас давайте я вам оставлю сводч, покажу, и сегодня пойду на улицу, тоже накрашусь, увидите. Сейчас у меня ничего на губах нету, вот, но попозже имейте в виду, что это вот именно эта помадка. Вот, смотрите, она супер-супер легкая, вот реально, она на губках вообще не ощущается, поэтому я вам всем советую, попробуйте. Помада как на повседневку отличная, не знаю, мне кажется, лучше на повседневку нету ничего. У нас на улице резкое похолодание, так что мы достаем все теплые вещи, одеваемся и ходим теперь так, в куртках, в теплых худи и тому подобное. Сейчас с мамой пойдем на ВБ, ей пришла посылочка, там комплект, юбка и футболочка. Как бы готовимся к лету, но что-то лет не видать пока. Вот, поэтому пойдем сейчас мерить. Пришли. Вот здесь комплекс этого Клайн. Такой на фотографиях был какой-то голубенький, а здесь как будто бы лиловый немножко. Нет такого? Красивый. Ну, красивый, да. Очень легкий такой. Ну, только мне кажется, вот так вот. Ну, тут завязочки. Тут вот так сделать. Да ну нет, нормально. Маленькая. Да нормально. Хорошая длина. Мне кажется, надо повыше на талии ее завязывать. Чтобы она была как кроп-топ. Типа. Да, а смотри, тут еще рукава вот так вот можно сделать. Следующий пункт. Настя готовится. Короче, следующий пункт. Мы пришли на тренировку в зал. Как мы на нее шли долго, вы не представляете, потому что мы ходили позавчера. У меня очень сильно болят вот эти мышцы, потому что мы делали на разведение. Не знаю зачем. Это очень больно.
Вот, мы уже размялись. Я теперь делаю режим ногами, как это называется. Тоже убийственная фигня. Мы делаем без веса. С весом я не могу. Для меня это слишком тяжело. Делаем 3 подхода по 20 раз. Полностью херачи. Вот. Илюша пришел с нами, он делает как обычно руки. Это на самом деле очень трудно, сложнее, чем кажется. Чтобы сделать это упражнение, нужно приложить больше усилий, чем кажется на самом-таки деле. Настюх, только у меня чуть-чуть ручки трясутся. Я не понимаю, как у нее еще остается довольное лицо, на самом деле. Давай с разных ракурсов. Все, Настюк, погоди. Теперь мы меняемся. Настюк делает вот здесь. А я делала плюс вот тут. Он нам дает указания, что делать. А ты что делаешь? Какое нам следующее упражнение на руки сделать? Вот это я хотела показать. Обзор. Прикиньте, это первый тренажер, где мы делаем с весом по 10 килограмм. Мне не нравится. Смотрите. О! А мне наоборот, там легче. Надо и так делать по 5. По 10. Ой-ой-ой. Давай еще раз. Довольная. Мне не нравится это упражнение. Да? Я уже дома, на улице очень-очень холодно. Настолько холодно, что я была в куртке осенней, которую попала на осень. Вот в такой кофте с капюшоном, хотела сказать. Короче, с горлышком я чуть ли, вот когда мы с Зитой гуляли, вот так вот не шла. Прям пипец холодно. На дома, кстати, тоже холодно, потому что отопления, соответственно, нет. А я докупила себе альбомчик, чтобы складывать фотографии с моего нового инстекса. Вот в такой альбомчик. Вот, кстати говоря, мой инстекс 12 мини. В том влоге я показывала. Кстати, кто не видел, обязательно смотрите предыдущий влог. Там все было про мой день рождения, как мы отметили, все я вам там показала. И распаковывала вот этого малыша. У меня сейчас здесь 7 кадров. Почему 7? Ну ладно, должно было быть 9, по-моему, когда я успела. Вот, предлагаю сделать фотографию с вами в полароид. Типа как бы на память, мне кажется, это будет прикольно. Вообще, это такая прям штука, прям реально на память. Так, сейчас я там в зеркало посмотрю. Я уже хочу поскорее его полностью заполнить. Здесь 2 фотографии. Это на Олин полароид, на подружке моей. Здесь мы с Ильей у нее дома. На ее день рождения, по-моему. Это мы в Самаре. Тоже, кстати, с ребятами, с Олей и Никитой мы ездили. Вот, это на ее инстаг сделан. Дальше. Это уже на мой инстакс, вот как раз-таки мой день рождения. Здесь мы втроем с мамой. Здесь я задуваю, вон, 19. Вот эта фотография мне очень-очень нравится. Это мне Илья щелкнул. Это я щелкнула свои подарочки, потому что очень выглядит эстетично. Кстати, вот мой ковер.
Вот, мне прям тоже очень нравится эта фотография. И здесь мы с Илюшей на утро моего дня рождения. Точнее, уже после 1 мая, короче. Это я просто Илюшу щелкнула, мой первый кадр. Это мы в горпарке, на веревочном парке. Вот, и все. Здесь у нас получается Кирилл, Илья, я, Настя. Подождите, Диман, Настя, Илья. Как я Илью спутала, просто мне показалось, что это не шорты, а джинсы. И все. Сюда помещается 64 фотки. Вот, но пока у меня мало. И мне нравится, что эти звездочки прикольно выглядят. На самом деле, я считаю, что это очень классная штука для того, чтобы оставлять какие-то воспоминания, потому что потом, вот в будущем, дети будут вот так вот листать, как сейчас вот мы открываем там альбомы родителей, смотрим, и это очень прикольно, ну типа реально смотреть, где там они были, как они одевались, что они ели, не знаю, где они жили, вот эти всякие фотографии, это очень прикольно, вот, а еще как бы они выглядят так, типа, мне кажется, уже у наших детей такого не будет, то есть вот таких вот фотографий, полароидов, как-то инстаксов, вот именно вот таких фотографий, мне кажется, уже у них будет все другое, и будет прикольно так вот смотреть, листать, такие, как мы одевались, рассказывать, допустим, с этого дня какие-то моменты. Мне кажется, это очень круто. Вот фоточка. Правда, на фотографии вот здесь вот что-то непонятное, там пол, диван, стеллаж. Ну да ладно. Вообще прикольная получилась фотография, мне нравится.